Эти молодые люди только перешагнули 18-летний рубеж. Они росли без родителей под присмотром опекунов. И теперь государство исполняет долг перед юношами и девушками. Глава Химок Дмитрий Волошин и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский вручают сиротам ключи от их собственного жилья. Дмитрий Волошин пожелал молодым людям активно принимать участие в жизни города. Я как глава города прошу вас, если будет такая возможность и все те условия, которые мы создаем сегодня для Химок, вам подойдут, остаться в нашем городе, остаться работать в нашем городе. Если нужна вам помощь в учебе, чтобы мы вам помогли, тоже обращайтесь к нам. То есть мы бы хотели, чтобы вы остались химчанами не только по месту жительства, но и по месту работы и по месту идеологии вашей. И мы в этом отношении вам полные помощники. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что администрация города всегда будет на связи с ребятами, и поблагодарил опекунов за то, что помогли молодым химчанам встать на ноги. Со своей стороны всегда протянуть вам руку помощи. За вашу доброту, заботу, внимание, которое вы дарите, большое вам спасибо и низкий поклон. Ну а юные новоселы поблагодарили администрацию за такой подарок под Новый год. Я хочу выразить благодарность администрации городского округа Химки и губернатору Московской области за возможность адаптироваться к самостоятельной жизни. Торжественная и волнительная часть позади, впереди домашние хлопоты. Арина Моисеева впервые перешагивает порог собственной квартиры. Как здесь красиво. В квартире сделан ремонт, закуплена мебель, на кухне висит новый кухонный гарнитур. Здесь можно будет хранить какие-нибудь вещи, крупы, чай, кофе. Много места. Я люблю готовить. В квартире предусмотрели все, от новых тапочек и тарелок до проведения интернета. Остается только перевести вещи и можно жить, говорит Арина. Девушка учится в высшей школе экономики. На носу сессия. Живу с бабушкой, но теперь у меня предоставлена такая возможность, смогу съехать и начать самостоятельную жизнь. Так как сейчас мы учимся в режиме онлайн, мне необходимо предоставить сюда оборудование. Думаю, куплю столик, поставлю в комнату и в скором времени смогу обучаться здесь, жить и все будет хорошо. А это уже Сергей Клепалов распахивает дверь в новую квартиру. О! Тапочки поставили даже. Все такое белое. Абсолютно все квартиры, которые подарили сиротам, полностью готовы для проживания. По словам новосела, если бы не подарок, сам бы он не смог позволить себе такую жилплощадь. Когда предоставляют жилье, тем более такое хорошее, с таким ремонтом, ты понимаешь, что тебе не надо уже вкладываться в это, ты уже как бы на шаг выше становишься, и поэтому тебе даже не нужно какие-то там 30 тысяч, 50 платить в месяц. Поэтому, ну, это очень хорошо, это, ну, такие эмоции, которые не передать словами. Одно счастье, и все. Только за последние 5 лет в Химках по программе обеспечения жильем детей-сирот более 80 ребят обзавелись квартирами. До конца года еще 5 детей, оставшихся без попечения родителей, получат ключи от нового жилья.